Привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Даша и Артур. Привет. Мы продолжаем проходить «Властелин колец», в котором мы не играли уже сколько? Неделю. Неделю, наверное, да. Ты помнишь, что там было у нас? Нет. А я помню, там был голум. Мы поймали голума и на этом прекратили. Я так думаю, по-моему. Ну, если ты так думаешь, так и есть. Вот. Короче говоря, это новый компьютер, поэтому мы были выведены из PlayStation Network. Хорошо, нам это не сильно нужно было. Сейчас старт, по-моему, нужно будет нажать, чтобы ты играла в игру. Да, как всегда. Короче говоря, это, возможно, будет первое видео, которое вообще из тех, что мы пишем на новом компьютере в Full HD. Хотя сама игра поддерживает нативное разрешение 720p максимум. В Full HD, думаю, это все равно будет смотреться более интересно. Так что отписывайтесь в комментариях, как вам такое улучшение или ухудшение качества. Я еще не знаю, что из этого всего получится. Вот. А тем временем... Просят там многие. Ну, почему, вернее, что нам там в комментариях просили куда-то телепортироваться, что? Ты же читала? Нет, это когда мы уничтожим кольцо, я только что прочитала в комментариях. Нужно телепортироваться каким-то там образом в Ривенделл и идти по вейпоинту. А, так это спойлер получается. Ну ладно, окей. А что так долго грузится? Не знаю, новый компьютер, потому что... При чем тут компьютер-то вообще? Это Sony PlayStation. А, я помню, она же и в прошлый раз так долго грузилась. Во. PlayStation. Так. О, можно за голову. А, что это? Нажмите кнопку старт. Ты играешь. Ты играешь за Рагорна. Ты можешь он Гимли взять. Да, я помню. Подожди, сейчас. А это вот с этими с хоббицами. Как называлось это? Как называлось это болото? Болото. Это я не помню. Я, конечно, задрот, но у нас тут... постоянно все жалуются за монетки. Мертвые болота. Все Dead очень Marshlands. Жалуются за монетки. Что ты сделал? Я не знаю, я просто пришел вперед. Ну, залипая в мертвых болотах. Лично. Это, похоже, этот был просто перемещение между локациями. Ну, помнишь там, где мирные такие места? Ну, это слишком быстро, наверное, да? Ты сделал, там тайник был, я хотел. Да какой тайник, у меня одна там тропинка была. Че, я на ваш, что ли? О, голым вообще, конечно. О, прикольный момент. Он такой, а! Yes! Мастер! Блин, рожа такая. А зачем у него на спине вот это вот? Ура, я Сэм! Ну, это чтобы... Вот, тут нужен Смотри, Гимли. Смотри, нельзя наступать на болото. Понял? Понял. Понял. А! Сюда хоббитцы. А что там? Блин, я настолько отвык вот от этого, то что экран делится. Кстати говоря, если кому интересно, в Стиме игра идет по распродаже. Ой, как приставка страшно скрипит. Угу. Вот это Sony последних ревизий, это вообще капец какой-то. Дешевый пластик постоянно скрипит, расширяется, сужается. Ну а что особенно? Про что я говорил-то? Короче говоря, в Steam игру отдают буквально за копейки. На днях смотрели. Но нам интереснее играть, конечно же, на PlayStation 3, потому что два геймпада и оба крутые. Вот. Так, это твое? Угу. Ой, да голым подожди ты, ну тут монетки. Нянь-нянь, такой, что он сделал? А здесь же, подожди, здесь же еще. А это не призрачный огонь случайно? Ну, это я не знаю, что, подожди. Так, нам нужно, ты сейчас ведро соберешь. Я нашла ведро. Ну, как обычно, я все Короче, просекал. Я мега полезна. Ага. Это колодец, может? Ну, да. Смотри, ты как индианка, понял? Да. А у меня зато есть жало. И на тебе жало. Что бы ты делал без меня? Тут всю работу за тебя выполнил. Ну да, а так бы я выполнял ее все сам. Тут, короче, дофига чего может сделать Гимли, но у нас нет Гимли. О, смотри, там трупы. Нет, не иди, не иди туда. Посмотри, я по ним бегаю просто. А может быть там есть какой-то сик... О, no. А? Ты куда? Я куда? Я за тобой. Не будь дураком. Полезу. Короче, за тобой. Вон. У тебя сейчас проблема, опять ты будешь падать. Нет. Да? Нет.
Стоп, стоп, что это? Тут нельзя стоять. Тут нельзя замирать вообще. Потому что тебя утягивает. Да, уходишь на дно просто. Тони, тони. Я умерла. Ты умерла? Как это вообще возможно? Можно вот это вот не делать? Я тону из-за этого. А у меня заметила, у меня сердце. У меня же давно уже сердечки из-за того, что на мне фью. Или крутые. Так, там тайник какой-то. Так, ну давай, посмотрим. Там мои монетки. Да, мои. It's mine. Да, кстати, очень много людей говорят, то, что как только мы говорим, что мы не будем собирать монетки, мы идем и собираем монетки. Поэтому мы же вообще такого говорить не будем. То нет, ты что, нет, конечно. Мне неловко об этом говорить, но... Я вижу, ты застряла, да. Я чувствую себя очень глупо. Попрыгать там, я не знаю. Давай я тебя убью. Я появлюсь здесь снова? Тебе не кажется, это жестоко? Как ты вообще умудряешься попадать в такие ситуации? Не знаю. Не знаю, не знаю. На, получи тогда, слышь. Где, где? Ура, ура, спас, ты меня спас. Ну, а ты знаешь, там? Мне доставил удовольствие. А, вот тут я. Так, да, ты что там наверху делаешь, там, смотри? Там наверху какие-то там голуби, что ли? Какие голуби на болотах? Да не блин, только сидели, говорит, так хорошо. А может, нам сюда и надо? Нет, не надо идти за... Не, ну там же огонь. Спокойно, ну, давай, бабочек. Почему я ничего не могу сделать? Я себя бесполезным чувствую вообще. Так так и есть. Все Сэм делает. А, это же самое начало, нет? Нет, а может, да. А! Спокойно. Короче, секрет нашла. Тихо, это я очень люблю делать. Раз и падать. Не, ну в этой игре-то это сложно сделать. А вот я только делаю, блин. Ну, я это же говорил, что ты сгоришь. Ну, ты идешь? Сейчас он у меня под конец начал шататься почему-то. Все, залипаю в мертвых болотах. Название серии готово. А! Оно тонет! Господи! Это ты тонешь, а оно в порядке. А! Видишь, не тонет. Я жива. Я жива. Все. Я уже ненавижу голума. Капец. Как-то ходит прикольно. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, а тут нам нужно так, ведро нам опять. Нам нужно вот сюда, наверное. Может, блин, я тону. Ух ты. Это чей-то скелет всплыл. Это я сделала. Ну, конечно, я-то вообще ничего не делаю. Уйди отсюда, ты мне мешаешь. Зачем ты туда идешь? Тебе ж не надо ведро. Ну, потому что я могу. В смысле, не надо тебе воду собирать. Взяла, утонула. Хорошо. Так, ну что? Подожди, у тебя тоже есть ведро? А ну, нет у меня ведро. А ну, встань. Нет ведро, а, понимаешь? Такое, нет ведро, ведро нет. Давай ты уже делай там что-нибудь. Это делаю. Подожди, а что там? Там Гимли. Интересно, что там Гимли? Хорошо. Вот видите, народ, не я главный задрот. Вот ей все интересно, а что там? Вообще меня откидывает так. Так и есть, да. Я бы уже давно все тут не заметил бы ничего, но прошел бы уже до конца эту игру. Там, о, ты не заметил мою любимую монетку. Да, кстати, был такой комментарий, я смеялась. Дислайк. Серьезно. Смотри, он, походу, долго не мылся, за ним такой шлейф по воде. Как от меня. Что, если прыгнуть туда? Ну, давай, давай ты, а я посмотрю. Слушай, а как ты думаешь, а что вот это вот из него вываливается? Это ж не какашки, не... Оп, сразу машинально туда. Так, а что, отойди. Там колодец, нет? Там воды нет. Окей. Там надо что-то сделать, надо. Там-там-там. Ну вот смотри, сейчас опять нам придется его обходить. Вот это как-то нелогично. Костер по всему. Да я ж попала, ну что? А мне кажется, это не костер, это призрачный огонь. Там же. Ты помнишь, на болоте был такой? Да помню. Вот. Это все. Вот туда нам нужно. Блин, эта камера меня с ума сводит. То, что она делит экран. Да. С одной стороны, удобно. Ну, ну вот когда такие локации, где, допустим, на полянке, да, мы на одну. Во, вода, тебе нужна обратно. Спасибо. Я тебе воды налил.
Неужели ты же хоть что-то сделал полезное в Да, этом на мире? самом деле стою, а то тут как этот... Оп, нет воды. Тебе придется попросить меня. Да блин, я ж думал... Так, ну... Да ладно, лей. Не будь как Джек Шепард, пожалуйста. Причем тут Джек Шепард? Я вспомнила дверь в FOD, помнишь? Да, да. Было дело. Было смешно очень. Часто вспоминаю. Да я уже... когда же я... Я не могу выбраться отсюда. О, так, хорошо. Сейчас у меня все получится. А, ты там все уже? Угу. Слушай, он заколебал уже просто. Мы так долго да, будем ходить по этому? Думаю, что все очень долго. Да. Сюда хопить. Птичка. Так, вот это нам объяснили, что... Только я забыл уже. Эту ручку мы сможем... Ну, вообще, предметы с такой ручкой мы сможем открывать сильными персонажами, такие как Урукхай и этот... Саурон, да, Сарман, по-моему, насколько я помню. И можно сделать в кузне себе какие-то мифриловые перчатки. Что? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Я вообще не понимаю, что произошло. Так, а может я достаточно сильный? Нет. Нет, недостаточно сильный. Смотри, там наверху, видишь? Это, по-моему, для Леголаса. Погоди, а куда пошел? Вот так вот стоит мне отвлечься. Вон, видишь, он туда пошел, направо. Мы, по-моему, туда пришли. Нет, там мы пришли снизу. Направо, видишь, вон след грязный. Так, только я пойду сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Нет, я туда не пойду, я расхотел. Давай держаться Подожди, вместе. Да мы оттуда пришли. Мы пришли снизу. Вот мы отсюда пришли. Да, окей, возможно, ты прав. Конечно. Что ты тонешь-то, ну? Ага, воды-то нет. Ну да. А вон вода. Как туда попадешь? Блин, это разделение, это полоска, я хочу просто убить того, кто ее делает. Он, по-моему, троллит нас. Я предполагаю, что надо... Ну и что ты тут сделаешь? Может, тебе нужно кинуть что-то? Потом, главное, заметил, вот, когда смотришь уже видео, да. Думаешь, блин, как это же мы так мы до этого не додумались, было такое, да. Ага. Вот это реально, уход ребят, в море. Когда смотришь видео вот, и играешь, то вообще разные вещи. Вот, потом мы пересматривали. И ругали себя просто там фейспалм такой, о, господи, это же так элементарно. Вот, так и есть. Да. Так что не ругайтесь на нас. Так. Это, нет, это я. Это же я могу. Ну, а что ж ты тогда так долго ничего не делала? Да я не видела, только сейчас увидела. Ну. Блин, мне тут Гимли не хватает. Это что? Это скелет. Ух ты. Прикольно, теперь нам нужно возвращаться. Ты-то что за мной ходишь? Стой и не двигайся. Нет, не могу. Я хочу быть главным. Ну, вот эта полоска вообще так мешает, конечно. Ну да. Она в самый неподходящий момент только ты сконцентрируешься там на том, что куда-то надо. Смотри, ты что-то такое. Я стою вот около. Угу. И? Окей. Так, и чё? А, мне, наверное, нужно... что ж такое, ну? Ты не набрала или набрала? Набрала. А, ну все, тогда пойдем. Так, это начинает... Я иду. Это же элементарно. Да. Когда я играл со своим братом, это было элементарно. Давай уже туши. Мне обидно такое читать, да. Ты не привыкла просто. Ты будешь тушить? Тушу. Давай туши. Туши, как я вам говорю. Давай рычи. А чего вы, кстати, не посмотрели Шрека тогда? Давай. Ой, пардон, зрители, если вы слышали грохот, то все в порядке, все живы. Просто я задел микрофон. Как обычно, комментариях напишут. От этого звука я обосрался больше, чем ото всех хорроров Артура. Так, да. Давай, речи. О, смотри, у меня там светится, это что значит, что... А, это же этот, какой... Смотри, ты сделал что-то полезное. Я что-то строю. Ты строишь для меня? Да. Давай. Рычи.
Во, прикольно. Как это умно. 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 О, я тону опять. А вон там внизу что-то есть слева. Ну ладно. Где? Да нет, там уже ничего. Я вижу это. Золотой сундук, я вижу его. Где? Вон там, видишь, за штукой. За штукой? Тут много штук всяких. Ну, короче, ладно, проехали. Да, я все равно ничего не вижу. Хорошо. Отдай, это мой мешка. Нет, тут суть в том, что голум хотел подружиться. Это такой... Это было очень похоже на слово «шир». Смотри, круто. Почему они говорят «шир»? Я не понимаю. Так, это чувачок. О, я не знаю, что происходит, сохраняюсь. Но я сохраняюсь. Так, подожди, сейчас, что это? Мы не должны от них прятаться, я нет? Я спряталась. Я спряталась. А ты, я не знаю. А я вот, я растение, мне норм. Ты прикинулся растением? Да. Блин, у тебя круче. Закрытие сломало. Тан-тан, смотри на меня. Так, это что? А, это для Леголаса. Тихо-тихо, он летит. Да успокойся ты, ну и чё, ну пусть летит, ну. Блин, он сюда летит. Быстрее, быстрее, да идём мы, идём. Нас вообще не видно. Да, хорошо. Давай. Оп. А, это у тебя эльфийский плащ. Круто. Ой, летит. Такой, какое-то растение стоит, ну и ладно. Блин, а это что такое? Это что такое, не знаю. Ой, прости. Я не мог удержаться. Это типа... Ой, там нашла монету. Все, валим, валим. Чё просто? Я шла по тропинке, ну... Я тихо шла, шла, шла. Я потеряла монету. Пирожок нашла. Села, поела и дальше пошла. Так. Что это было? Я отказываюсь это понимать. Это песня Верки Сердючки. Ты меня травмировал. Так, ладно. У меня нет эльфийского плаща. Окей, тогда ты умрешь. Это что было? Не знаю, прячься. Уйди, это для меня сделано. Я куст. Мне нормально. Сэм, разве тебе не дали такой плащ? Мне дали веревку. Везет. Я поменял плащ на веревку. Так, хорошо. Валим. Не, ну это прикольно. Угу. А то, что там бродить за ним, это было не прикольно. Голым, я тебя ненавижу. Оп. Так, прячься. Да ты не я моя прячусь. Моя монетка. Дай, куда ты прячешься? Да уйди, ну. Я в метре нажимаю, а он все равно делает это. Прячься, прячься, прячься. Давай. Хорошо, я спрятался как раз вовремя. Так прикольно сделали. Ну, в фильме-то они маскировались под кабли. Ну да. Но они там успешно так маскировались. Круто было. Это моя монетка была. А, я тону. Тону, зато я быстрее тебя двигаюсь. А? Да, выпрыгивай ты уже. Я не могу туда. Иди, включи, включи, включи свет там. Включи свет и пусти меня туда. Быстрее. Ну, давай, давай, быстрее. Давай, давай, давай. Как тебе повезло, а что я был рядом? А чё он голума не ест? Кольцо-то у тебя. А, ну, а почему он тебя тогда хочет убить? Ну, потому что я с тобой. А голум чё, не со мной? А.
Так, смотри, она летит. А нет, она не сюда пока летит. Так, монетки все, конечно же, мои. Вот это вот тоже. Да-да-да. И это моя. Все пособирал. И это моя. Можете вот это оставить? Нет. Так, ты там должна была спрятаться, по-моему, нет? Нет, я должна сделать вот что. О, тихо-тихо. Я куст, а ты там как хочешь, так и прячешься. Тебе нужно раскачаться и, похоже, что-то сделать. Да блин! Что ж я тону-то постоянно? Подожди. Да прыгай, ты по-другому не перепрыгнешь на ту сторону. Почему не перепрыгну? Тебе раскачаться нужно на веревке и попасть он туда вперед. Куда? Видишь, я не могу туда попасть никак. Куда? Куда? Подожди. Ну вон туда, где монетки. А зачем он? Ну там где-то прятаться можно тебе, видимо. А как он прыгает? Жёг крестик. Нет. Чё нет-то? Сюда. И мне мостик уронишь оттуда. Подожди, ну... Я пока постою. Камера, перестань. Что происходит? Ничего. Давай я отойду. Надо уже пусть мешает, наверное. Он не прыгает, потому что он прячется. Это очень тупо. Он только кувырка... О, боже. Это надо заново. Давай. Нормально, нормально. Я подожду. Я умерла. Ну, сейчас появишься по новой. Потому что... Почему? Потому что камера вот эта вот. Я тебе сделала уже. Пожалуйста, иди. Чё, пожалуйста-то? Ну, вон же, ну... Видишь, вот. Вот, вот, видишь, вот. А, вот. Ну... Да, иди. Окей. Совершенно так незаметно. Так, ну, я так и понял, что это надо было делать. Да. Да, Даша, именно так. Иногда охота материться. Капец, у него, похоже, вонь. Все монетки мои. Ради бога. Нужны монетки. Нет? Так, я надеюсь, мы уже выберемся, нет? Ну, как-то странно, что нас не видит ни сам Назгул, ни более того, дракон. Это нормально. В определенный момент он в состоянии видеть. Так, нам нужен костер. Сэм, помогай. Иду, иду, иду. Отойди, пожалуйста. У меня такой с фонариком. Да. Ну, это реально круто. Ну, да. Я великий кастратор. Прячься. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Где? Сейчас будет. Может, все? Видишь, голову покажу. Вон летит. Прикольно. Так, ну что, пойдем дальше. Блин, ты уже заколебал. Вон там выход я вижу. Выход вижу, я там. Выбираться отсюда должны мы. Мастер Йода, ты или это? Чё ли я быстрее? Так, хорошо. Шо ж ты крадёшься-то так? Ну это же капец просто. О, так. Мне, говорит, монетки не нужны. Смотри, нефильная хрень. Хорошее описание предмета. Вон там нужны твои. Да я знаю, но это не ты ничего. Ваши таланты тут пригодятся. Окей, что произошло? Ну, давай ты уж. А, ну, я? Чё? Запросто. А я все соберу. Ну, иногда-то хоть нужно давать тебе все собрать. Так, что ты делаешь? Сажаю. Кого? А вот там что-то есть, да, вот тут что это штука. Майн, майн, майн! Отойди, отойди отсюда! Это странно? Или только для меня это странно? Вообще-то настолько, что убил Назгул. А вот почему не можем взять? Потому что отсюда нужно. Моя! Прячемся! Пофиг на Назгула. Вот это что? Вот там нужно раздолбать, и оттуда мы пройдем. Что такое есть? А-а-а, понятно. Тихо-тихо-тихо-тихо, как не вовремя-то. Ну ладно. Капец. Давай быстрей, валим.
Сейчас выйду. Он летит. Почему я умер? Я не знаю, почему. Я же был спрятан. Да, это капец. Сам в панике вообще. Так вот. Ты спрашиваешь, зачем у моей спине эта штука? Угу. Это чтобы было, ну... Ну, рыбку понятно. Там прикрепить. Да нет, что... Ну, это же... Смотри, звонок. Пицца! Чтобы это было понятно, что он персонаж именно Лего. Видишь, он просто у всех тут... Смотри, тупые какие. В разные стороны тянут. Самовар. Ом-ном-ном. А, сейчас же эти будут элефанты. Может быть. Какой ужасный тиринг. Картинка рвется. Я так и не понял, кто это. Ну, понятно, кто это, но они в фильме показались это пару юга, раз. Воины с да, юга. Воины с юга. О, элефанты. Четыре бивня. Круто. Ну, вот и встреча с Фарамиром. С Карлом Урбаном. Какой Карл Урбан? Урбан в Рохане. А, ну какая разница, на самом деле. О, смотри. Нужно валить этих сволочей. А кем я играю? Ты играешь... Сохранение. Нет, да, сохраните, продолжим. Прикольно, слушай. Мы должны убить двух слонов, вот. Так. Наверное. Это ж слоны? Да. Блин, я ничего не вижу. Я не понимаю, где я вообще. Так, я на верхнем экране. Я вот стою. А, где вот я? И что мне делать? Хорошо. А, вот, я что-то собираю там наверху. Какой-то непонятный. А, на ней нужно запрыгнуть, похоже. А что ли? Да, вот, все, я как... Блин. Короче, у них там по бокам такие, типа, тросов. Сейчас. На них можно... Камера, блин, ты просто упоротая. Камера, ну. О. Все, я залезла. Это я залез вообще-то. Как я? Это я наверху. Нет, это я. Я наверху. Вот смотри, я сейчас. Блин, я внизу оказался. Хорошо. Я иду на помощь. Это было мое. It's mine. Смотри, какая у тебя щетина. Ты прям какой-то, я не знаю, поп-коп. А у меня такой... Так, что ты делаешь? Смотри, там наверху мерзается. Не ломай камеру. Вот иди ко мне и стой. Окей, ты сама сломала камеру. Квадратик нажимай. Толкай его, ну. Я... Да, так. Мы не убьемся? Да, камера, ты прекрасно себя ведешь да. В этой сцене. Красиво так. Мы куда-то уехали, нет? А нет, мы упали. Мы упали. Ну, ладно. Так, дальше. А! Спокойно, слон. Я справа, если что. Спокойно. А как ты сделал? Ага. Там посередине, да, вот эта вот какая-то вот ёлка, штука. Ты ёлки сделал? Нет, вот тут есть одна уже. Вот я сломала ёлку. А, меня убили. Так. Я собираю, меня бьют, меня сверху. Ну, да потому шо, что... Вон. Что? Скоты, ты уже там? Я уже там. Нет им пощады. Я буду их... Вырубать просто, как дрова. Я иду. Пока ты там идешь, я уже пришел. А-а-а. Вон отсюда, вон, слышь. Оп. Дохнет уже. Подожди, мне показалось или... Показалось, да. Что? Ничего, не обращай внимания. Окей. История об этом умалчивает. Hobbits of the Shire. We set out from Rivendell with 7 kings. Уже вдвоём. Вот такая погоня за голову.
dwarf there was also and an elf, and two men. Aragorn, son of Arathorn, and Boromir of Gondor. Фродо так все выложил вообще. Ты вообще такой наивняк. Grieve you then to learn that he is dead. Dead. He was my brother. Он, главное, умер через там пару минут после того, как они отъехали. И через столько времени, через такой промежуток времени они узнают. Тут ускорили, конечно. Ну да. Мы пойдем или не пойдем в Асгильд? Надеюсь. Я думаю, пойдем. Та-дам! Та-да-дам. О, блин, смотри, быстро и бесшумно, как тень. Ну да, мы бесшумно вот прошли. Вот это да. Победа побед. Достижение достижений. Круто. Если б не я. Смотри, как прошло, да? На 68%. Больше половины. Что-то мы... У нас, кстати, уже 500 тысяч. Почти. Скоро мы сможем купить. Кого мы можем купить? Кого? Допустим, Фродо... Ой, Бильбо Бэггинса. Да, использовать его в своих грязных целях. Ну да. Фу!